Только вот приподнялись еще, которые сидели. Вот сиза, перо меченое. Вот она, голубочка. Прекрасно. И красивый, молодец. Рядышком. Но эта голубка всегда идет в подсекание. То есть ястреб ее бил, и у нее остались эти замашки. Дикари, чтобы смыться. Значит, вот еще летают выше их, те, которые летали. Да, немножко подразбились. Вот летают. Вот они два. Вот два. Ну вот как-то парочка этих. Что сейчас я показывал в начале, вот они. Голубка прекрасная. Вот так играет крылышко. Да, если даже взять две штуки рядом, одинаковых вроде бы как бы с одного хозяйства, но машут по-разному. Машет по-разному. Ну, как я говорю, есть и тунеядцы. Вот они, смотрите. Перед голубят не сели, так как вокруг меня провода, линия идет. И спереди, и сзаду. Если кто-то не хочет лететь, вот так садятся. Ну, вот остальные, кто хочет лететь, и летят. Значит, шанс быть съеденными у верхних выше, чем у нижних. Но съедены будут все. Приобрел батарейки китайские на Алиэкспрессе для видеокамеры, поставил. Ну, пока вот снимаю, батарейка заряжена, все нормально, не садится ничего. А то я был привязан к электричеству, то есть не отойдешь, не зайдешь. Натянулись опять обе. Вчера у нас было пурга немного, снежок хорошенький прошел, сегодня холодно, так себе. Вот голубей придавливает, метель пошла такая вот мелкая. Ветер по деревьям дует, слышен, сдавливает. Сдавливает к низу. Все, метель начинается. Хорошо, спину.